Давай. Еще одно удивительное место покажем нашим подписчикам. Давайте собираем перед собой. Короче, что чувствую, мы теперь, короче, с лопатами сейчас будем листья убирать перед машиной. Гору собрали вот такую, смотрите. Тут даже из машины не выйти. Короче, я выше колен провалился сюда. Тут невозможно, вот УАЗик почти утонул. Хантер утонул в листьях. В листьях. Попробую пройти вперед. Что, будем пробовать с разгону? Ну, тут реальная гора. Вы посмотрите вон вот на это. Это что за препятствие? Я уже на лапах поднимаюсь сюда. О, все, упал я. Упал я. Не поедет, я думаю. Друзья, это что за препятствие? Вы когда-нибудь попадали в такие ситуации? Пишите мне комментарии, что вы, какие у вас ощущения, эмоции. Вот такими путями проходим, короче. Оба, я упал. Все, я провалился. Охренеть. Смотрите, что здесь происходит. Вся дорога в листьях, 2 метра. Все, я опять, короче, тут не угадаешь, короче, тут сплошная ловушка. Тут не угадаешь. Только ногу ставишь, и все падает вниз. Короче, вы сами видели. Ставьте лайки, друзья. Такое не каждый день можно увидеть.